Для приготовления картофеля по-деревенски нам понадобится 3 килограмма картофеля, 1 столовая ложка молотого чеснока, 1 столовая ложка молотой паприки, 1 столовая ложка приправы для картофеля, 3 столовых ложки растительного масла. Очищенный картофель нарезаем дольками. Весь нарезанный картофель кладем в глубокую емкость. Добавляем к картофелю приправы: молотый чеснок, молотую паприку, приправу для картофеля. Все перемешиваем. Добавляем подсолнечное масло. Перемешиваем. Выкладываем картофель на противень и ставим в духовку на 200 градусов на 45 минут. Готовый картофель выкладываем на порционные тарелки. Добавляем кетчуп. Свежие овощи, огурцы, помидоры. По желанию можно дополнительно посолить. Также можно есть картофель только с соусом, без овощей. Кому как нравится. Приятного аппетита!